коронавирус – диагноз, с которым врачи столкнулись впервые. Решать проблемы и корректировать методы лечения пришлось, что называется, на ходу. Учитывая, что пациенты по-разному переносят заболевания, встал вопрос о разных формах оказания медицинской помощи. В поликлинике номер 2 Центральной городской больницы создали специальный центр для диагностики и консультирования пациентов. Повышенная температура, легкая одышка, слабость. С такими симптомами пациенты обращаются к участковому терапевту. В день 60-70 человек проходят обследование с помощью компьютерной томографии. Этот метод помогает выявить болезнь на ранней стадии. Меня из больницы увезли на скорой, да. Госпитализировали, я прошел курс лечения. Спасибо врачам за то, что, скажем так, своевременно в этот сложный период, когда эта болезнь неизвестна, все-таки сделали свою работу, оперативно госпитализировали. Я сейчас восстанавливаюсь уже 3 недели после выписки. Вот. И, соответственно, надеюсь, что все будет нормально дальше. Желаю всем здоровья. Помимо соблюдения обычных мер предосторожности, измерения температуры на входе, маски, перчатки, социальная дистанция, в поликлинике разработали специальные маршруты, чтобы люди друг друга не заражали при первичном обращении. Мы организовали отдельный вход на обследование на компьютерную томографию. Пациенты приходили с направлениями от терапевтов. Проводилась компьютерная томография пациентов, после чего в совокупности с клиникой, в совокупности с критериями, значит, осматривался пациент терапевтом и давались рекомендации для активного лечения и наблюдения на дому. На домашнем лечении находятся пациенты, у которых нет высокой температуры и других тяжелых проявлений. Во внимание принимается и наличие в окружении заболевшего людей из группы риска – пожилых или страдающих хроническими заболеваниями. Пациенты домашнего стационара обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им выдается необходимый комплекс лекарственных препаратов. Регулярно больных навещает мобильная бригада врачей. С мая по настоящее время в домашних стационарах пролечили около 250 человек. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.